главный тренер команды КФУ Величко Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, как оцениваете уровень игры команды из Нальчика? За год есть ли изменения? Ну, за год команда однозначно прибавила, стала более дисциплинированная. В общем-то, как и ожидали, соперники против нас раскрываться сильно не будут. И сегодня игра показала, что в первом тайме особо соперник не рисковал. Даже при счете 1-0 они не шли большими силами в атаку. Сложно было играть, потому что соперник, их устраивала не победа, их даже ничья бы устроила. Поэтому напряжение было до последней минуты. Да, однозначно игра была напряженной. Но довольны ли вы командой КФУ в целом? Ну, команда выиграла, значит, молодцы, выиграли. Готовимся к следующему матчу. Спасибо.